Божественная литургия в Вознесенском соборе прошла под началом митрополита Сергия. Праздник Вознесения Господня завершает 40-дневную Пасху Христову и всегда приходится на четверг. Этим событием заканчивается земное служение Мессии. Продолжилась праздничная служба крестным ходом по городским улицам и набережной. Сегодня праздник Вознесения. Господь, так скажем, ушел, но обещал вернуться. Вот ваши ощущения в сегодняшний день какие? Радостные. Радостные, что ушел? Радостные, что обещал вернуться. Ну, в крестном ходу всегда испытываешь радость, потому что ты со Христом в православном мире. Я первый раз, да. Какие ощущения? Благодать. Завершилась праздничная служба на речном вокзале у часовни святителя Алексия, митрополита всея Руси. В XIV веке по дороге в Золотую Орду святой остановился на месте будущей Самары и предсказал, что город никогда и никем разорен не будет. Самарцы этому верят до сих пор и почитают святого. Почему нет, конечно? Там я в Самаре жил. До сих пор замечательный город. И с каждым днем, и с каждым годом становится все замечательнее и замечательнее. Как же не верить? Пути Господни неисповедимы. Но по вере вашей да будет вам. Пророчество святого Алексия пока сбывается, и он до сих пор является небесным покровителем Самары. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.